Итак, всем приветик! Сегодня мы с вами смотрим недельный вложик из Америки. Мы, значит, поехали на конференцию, там поехали на выставку автомобилей по всей Америке. Собирается большая выставка в городе Люсвилл, штат Кентаки, где производится Кентаки Чикен, где она была придумана. То есть мы туда поехали, там все посмотрели. В этом блоге у вас будет куча ресторанов, куча гостиниц, куча еды, куча красивой дороги. И потом мы вернулись во Флориду, и в воскресенье мы закончили свой день на родниках у нас здесь в Хай-Спрингс. Всем приятного аппетита, всем приятного просмотра, и пишите комментарии, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий вложик. Всем пока! Наслаждайтесь просмотром, возьмите чаек, целых 22 минутки. Классный номер. В него мы на 5 дней заезжаем. Здоровый телек. Офис. Еще один офис с диваном. Кухня. Микроволновка. Холодильник. Раковина отдельно. И хорошая ванна. Market Street.
red. It's closed down. Бассейн холоднючий. Такая серая, холодная погода сегодня. Классные горы там сзади. Так, ну все сработало. Кофе получили. Mm-hmm. Yeah. Yeah, look at this one. This one is very pretty. Yeah. Interesting, where is the pool area? Oh. Pool sign. The pool. Meeting room. Well, it's closed though. Maybe there is no plumbing. Hmm.
exit. Same kitchen. Could be there. Signed. Yes, to the right. Smells like indoor. Oh, you smell cold. Mm-hmm. That's outside. Oh, it must be. That's what it is. Deactivated. Oh, they have hot tubs there too. That's a pretty gym. What is that? But I'm going to.
bit closer, but I think it gets too deep. Это шорт. В октябре такой лес, синичек выбоченный родник. Давай, ну красиво. Что ты акаешь? Ну там гад. В камеру смотри. Морда у него белая, над затылком. Думаю, все получится. Was grow up his hand. He was getting his curl. He just chilling now. She probably has a good focus. Oh, we'll get some back coming. Красиво. Three. There's two in that forest. Еще там два. Oh, yeah. Four total. Как красиво. Little baby just lost his spots. Маленький. Мама, видать, ей. Папа, наверное. А где бы третий вылез? В кустах. Как у лисички. Они их, наверное, кормят, что они так приходят, да? Наверное, там и спать не хотят. What do you think? That's Papa, man. He got horns. It's hard to see. If you do, it's a little bitty horn. Жопас.